На радость жителям микрорайона Патрокол вместо пыльных грунтовок скоро появятся комфортные асфальтированные дороги с велопешеходными дорожками, парковками и освещением. Участок касается около 2,8 километров дорог, проходящих по Архангельской, Новороссийской, Сочинской и Североморской. Мы сейчас производим работы по земле, заканчиваем. Остается у нас улица Архангельская, там, где ложилась теплотрасса. То есть сейчас вот уже в процессе передачи, то есть, в принципе, там наши коллеги успевают. Мы производим, заканчиваем работы по ливневой канализации, приступили к устройству щебеночного покрытия, работаем по бордюрам, планируем после установки бордюров приступить к асфальтированию. Также здесь будут у нас устроены парковочные места, зоны для парковки, будут устроены велопешеходные дорожки, освещение, ограждение, полный комплекс работ. То есть надеемся, что жители оценят нашу работу, мы очень стараемся. Долгожданные работы по асфальтированию дороги стали возможными благодаря средствам специального казначейского кредита, который правительство края выделило городу в рамках реализации мастер-плана. В рамках этого кредита идет капитальный ремонт на проспекте Столетия Владивостока. Диана Иванова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.